Вже другий тиждень поспіль триває реконструкція вулиці Богдана Хмельницького. Вона виконується за рахунок обласної субвенції, яка була виділена за сприяння депутата обласної ради Анатолія Затинацького. Роботи виконує підрядна організація з міста Дніпро, яка виграла тендер. Детальніше про хід реконструкції нам розповів депутат Дніпропетровської обласної ради Анатолій Ігорович Затинацький. Анатолій Ігорович, ми бачимо, що роботи вже йдуть повним ходом, але у жовтоводців ще залишається багато питань. А що планується зробити, що вже зробили, чи можете розповісти про це? Всім добрий день, наші жовтоводці. У нас сьогодні в місті, вважаю, дуже великий праздник. Йдуть роботи по вулиці Богдана Хмельницького, яку ми дуже вже давно чекали. Зараз відбувається демонтаж бровки. В первую очередь они должны по всей улице пройти, ее демонтировать. После этого приезжает фреза большая и начинает снимать асфальт. Ну, как бы вот такие первоочередные планы. Мы работаем, очень хорошо общаемся с нашим подрядчиком. Надеюсь, работа будет плодотворной. Мы будем и помогать, и контролировать такие работы. А ми бачимо, залишається дуже багато асфальту. Ну, зараз у подрядчика є питання, куди це вивозити. Или вивозити на полігон наш і утилізувати це. У мене є пропозиція, як в місті багато звертаються людей, які просять або стройматеріали мусора, або щебень, відсів для посипки дорог, или вот есть у нас массивы гаражные, вот там они нуждаются в этом, и они прям просят. Поэтому я думаю, этот вопрос надо решить, и этот срез подрядчик готов даже отвозить сам на место, куда будут принимать его. Отже, ті, хто бажає облагородити свою прилеглу ділянку, вони повинні до кого звертатись? До вас, чи до підрядника, чи до міської ради? Куди? Я думаю, это надо будет или в управление ЖКХ, или в исполком. Но этот процесс надо совместно запустить, сделать, чтобы наши жилтоводцы, ну, это пошло им на какое-то благо, на корысть, да, да. Потому что у нас есть там же и Веселое, и Совхоз, и Марьяновка. Там, где есть между улицами просто чернозем. А такой, конечно, подсыпочка, она будет, никогда не выможешься, будет чисто. Я связывался с нашим подрядчиком, он говорит, что в ближайшее время новая техника приедет, работа только начинается, ждут предоплату и будут полным ходом работать. Спасибо большое нашему губернатору Бондаренко Александру, секретарю облрады Святославу Олейнику и Коломойцу Андрею за то, что они не забывают наш город, помогают и благодаря им делается у нас в городе улица Богдана Хмельницкого. На сегодняшний день деньги практически не выделяются на улице коммунальной собственности, а нашему городу повезло. Спасибо большое еще нашим депутатам и кто принял участие в выделении этих денег. Надеемся, скоро будет у нас улица Богдана Хмельницкого прекрасная, новая. У нее будет вторая жизнь. И будут красивые лавочки, освещение, урны. Это вдохновляет и дает надежду нашему городу.